Яндекс Ньюс. Новый министр образования представляет образование и науки, представляет партию новую консервативную. И, как я понимаю, установка этой партии публично говорить на латышском языке, давать интервью на латышском языке. Это так или есть какие-то другие причины, может быть, госпожа Шуплинская, почему вы сегодня говорите здесь на латышском? No vienas puses, jā, noteikti tas ir arī partijas uzstādījums, bet no otras puses mans redzējums, ka es pārstāvu izglītības un zinātnes ministriju, un tajā ir noteikti uzstādījumi, kas nozīmē, ka šajā valstī viena no prioritātēm šajā brīdī ir pārēj uz valsts valodu. Tas ir sava veida treniņš. Esam gatavi vai neesam? Да, с одной стороны, это партийная установка, с другой стороны, это мое видение. Я, как представитель Министерства образования и науки, должна представлять государство и, соответственно, говорить на латышском языке. Ну и мы заодно проверим, это своего рода тренировка, получится у нас или нет. Скажите, а вот ваше личное, может быть, мнение по этому поводу, сейчас то, что вы озвучили, это, ну, больше все-таки такое, наверное... Формальное. Да, где-то официальное, может быть, да. Причина. А ваше личное? Вот вы все-таки знаете латышский язык, ну, естественно, это ваш родной, латгальский. Mm-hmm. Еще в вашем CV написано, что вы свободно владеете русским языком, английским языком. Вот такое богатство языковое в вашем багаже. Ну, почему все-таки вот так, ну, вот как ваше, может быть, личное, именно личное мнение по поводу того, что... Ну, почему бы не прийти, не поговорить на радиостанцию, которая вещает на русском языке, на русском? Jā, būs vairāk apsvērumi. Un pirmais noteikti ir tāds, ka, ja mēs būtu Lietuvā, es noteikti piekrīstu ar jums arī runāt krievu valodā. Mans pašas personiskais viedoklis ir tāds, ka Latvijā situācija ar valodām nav tik laba, kāda es vēlētos viņu redzēt. Un man šķiet, ka jau kopš neatkarības atgūšanas laika latviešu valoda nav pietiekami novērtēta zināmā šīs valsts iedzīvotāja daļā. Если бы мы были с вами, допустим, сейчас в Литве, я бы перешла на беседу на русском языке, но мое личное мнение, что в Латвии с языками не все так хорошо, и с того момента, как мы обрели независимость, этот язык, прошу вас, можете повторить последнюю часть предложения? Там нав пятекама вериба нотаекта валсце дзивотая даля. Да, недостаточно оценен, уделяется ему внимание с точки зрения жителей Латвии. Otra lieta, krievu valodā ir visas iespējas attīstīties Krievijā. Ja, un ja kāds arī šobrīd saka, ka reformas, kas ir uzsāktas vai prasība, ka Latvijā ir jābūt valsts valodas izglītībai, ir krievu kopienas tiesību pārkāpums, tad es noteikti tam nepiekritīšu, jo ir iespēja valodai attīstīties. Русский язык может и должен развиваться в России, и я не соглашусь с теми, с представителями русской общины, если они считают, что как-то занижены их права в Латвии, потому что этот язык здесь не государственный. Vēl viena lieta, kā kultūras valoda, es ne tikai cienu krievu valodu, bet es patiešām, nu, manā minimālajā brīvajā laikā izvēlos lasīt, skatos arī dzen, bet tikai daļliteratūru, noteikti ne mēdijas, jo man nav pieņemama Krievijas kā valsts propaganda un ideoloģija. Как культуру, язык, я уважаю русский язык, я на этом языке смотрю различные... читаю художественную литературу, читаю и только уважаемые СМИ, потому что я не терплю российскую пропаганду. А зачем вам английский язык, чтобы в Эстонии общаться на английском языке? Я такая конференч валода. Я он цит стерпа зинатнеская дарбības сфера, es izmantoju arī krievu valodu, jo man ir partneri arī dzan, teiksim, Krievijā, Baltkrievijā, ja. Kā zinātnisko valodu noteikti es to lietoju, ja. Un atbildot uz angļu valodas jautājumu, jā, tā ir tieši šī saziņa, lai es varētu nodrošināt šo akadēmisko arī projektu attīstības kompetenci. Да, еще я использую русский язык, конечно же, в научной сфере. У меня есть достаточно партнеров, в том числе и в Беларуси разговариваю на русском языке. Ну и английский язык тоже как коммуникация языка в научной сфере. Илга Шуплинская у нас в студии, новый министр образования.
и науке. Если есть вопросы, пожалуйста, еще раз напомню, телефоны 672-12-939 и 672-13-939. Ну вот, я читала о вас, что вы, ну, естественно, очень всегда боролись за права латгальского языка, и в свое время даже, ну, после событий в Крыму пострадали от этого косвенно, потому что, ну, как бы вы требовали таких же прав для латгальского языка, как здесь за, ну, те, кто организовал референдум по русскому, требовали прав для русского языка, то есть официального статуса для латгальского языка, и вас как-то начинали даже ассоциировать, я не знаю, с, ну, чуть ли не как рука Кремля. Вот. Ну, какие чувства вы тогда испытали? Вот насколько это было справедливо по отношению к вам? И вот как вы считаете, не получается ли сейчас такая же зеркальная ситуация вот для защитников русского? Я, ну, то я отклею льот дал дзиотаем, я. Тот первый, ты ирпец волстолот ликум, треша пан, цетрута даль, скайдр пасек, ка латглиешу волода ир латвиешу володс павейт. Kas nozīmē, ka latgalieši ir latvieši, un latviešu valodai ir divas rakstu valodas. Latviešu literārā un latgaliešu rakstu valoda. Да, здесь много вопросов. Чисто по факту, по закону, пункт 1 и 4 часть закона гласит о том, что латгальский язык является частью латышского языка и, соответственно, его частью и в том письменном виде. Поэтому здесь никаких нет сомнений, противостояний. Tātad mēs esam pamatnācija, kas pretendēja uz to, ka valodas tiesības, kas tika apstiprinātas 1917. Gadā, var tikt izmantotas tādā pašā apjomā kā latviešu literārā valoda. И поскольку с 1917 года принят этот закон, и латгальский язык может использоваться в том же объеме, в каком и латышский язык используется. Я только прецизирую, не тот самый закон, но в 1917 году был Латгальский конгресс, в котором был принят решение, что Латгали apvienojas ar citiem novadiem, saglabājot savas valsts tiesības, savas valodas tiesības. 1917 gadu sastojался конгресс, на котором было принято решение, что латгальцы объединяются с другими краями и сохраняют свое право на язык. Otrs jautājums. Latgaliešu rakstu valoda vienmēr ir bijis politizēta. Tā bija politizēta gan padomju Krievijas laikā pēc 1934. Gada, gan arī padomju laikā, kad tika uzlikts neoficiāls šīs valodas aizliegums, gan zināmā mērā no tā baidās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Во-вторых, латгальский язык всегда был политизирован и после 1934 года. В Советской России. Да, в Советской России. И даже после был неофициальный запрет, и даже после получения независимости. А запрет был не после зависимости, но во время советской оккупации. Во время советской оккупации, после того, yeah. Да. Nu tā, precizējot fakts. Tad tas ir otrais, trešais moments, kas šeit ir ļoti svarīgs, ka principā tas, ko jūs sakāt, jā, pēc 2009. Gada es esmu dzirdējis šādus apgalvojumus, ka es pārstāvu Kremli, vai es gandrīz vai esmu čekiste, jā. Nu, ko es varu teikt, man tas ir sāpīgi, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka tas ir politiski. Jā, kas ir ieinteresēts šādu melu paušanā, nu, tas, lai paliek šo cilvēku sirdsapziņas viedokļu. Jā. Vai tas mani kaut kādā mērā savieno ar šī brīža Krievu kopienas situāciju? Noteikti nē. Tie no izejas punkti ir divi dažādi jautājumi. Да, с 2009 года я действительно слышу такие заявления о том, что я как-то связана с Кремлем, даже являюсь чекистом. Мне больно об этом слышать. Это распространение лжи. Пусть это останется на людей, на совести людей. Здесь меня ничего не связывает с русскими общинами. Это абсолютно две разные истории. Исход у этих историй абсолютно разный. Ну, вы сказали, что 2009 год упомянули. Почему 2009? Tāpēc, ka šajā gadā, nu, es tagad, protams, 2009. Gadā izgāju krājums, iespējams, ka tas bija 2008. Pat gads, bet es nevarēšu pateikt uzreiz. Notika pirmā Latgales tikas konference Sankt Pēterburgā.
Un izejot no šī fakta, ka konference notika Sanktpēterburgā, tad principā sekoja tālāk arī dzēna mūsu veiktais pētījums, kurā tika aptaujāti 9000 respondenti. Pētījums valodas Austrumlotvijā, pētījuma dati un rezultāti. Un lūk, pēc šī pētījuma darba grupa un arī pati konference, tā jau bija otrā, jā, 8. Gads Pēterburgā, 9. Gads Rezgnē, tā bija otrā. Mēs nācām klajā ar priekšlikumu, ka Izglītības un zinātnes ministrijā ir jāizveido darba grupa, kas varētu skatīt, cik lielā mērā latgaliešu valoda var atbilst reģionālās valodas statusam. Un tad arī sākās ļoti daudz peripētijas. Это было, возможно, в 2008 году, состоялась конференция в Санкт-Петербурге. Мы исследовали, опросили более 9000 респондентов. Мы исследовали язык распространения Восточной Латвии, создали рабочую группу, поэтому инициировали такой законопроект, чтобы понять, в каком объеме этот язык используется и как он может использоваться сейчас. Ну, вам хотя бы отчасти вот, ну, понятно, что хотят здесь русские? Для своего языка. Истинно, даже в соответствии, ну, даже вот в связи с тем, что у вас тоже была, хоть это и другая история, да, как вы говорите, но тем не менее вас называли агентом Кремля и так далее. И вот часть людей здесь тоже считают агентами Кремля, вот в частности русскоязычные. Я считаю, что ситуация отколи пилнег цит, у нас шейт рад лидзи барт пилнег цит колко. Я свалку параллель с примером. Ар 1945 году, kad ļoti būtiski pamainījās tieši etniskais sastāvs arī Latvijā. Mēs zinām, ka tās ir otrā pasaules kara sekas. Un zinām, ka ļoti liela cilvēka daļa izbrauc no Latvijas. Un savukārt šeit nevis viņi vienkārši pat iebrauca, bet tā bija īpaši organizēta Padomju Savienības politika, kurā šeit tika iemetināti cilvēki no citām, nu, tajā laikā jau arī dzen Padomju Socialistiskajām republikām. Jā. Здесь другая ситуация. После 1945 года существенно был изменен этнический состав. Это последствия Второй мировой войны. Многие уехали из Латвии, другие были сюда вынужденно сосланы властями СССР. Un es precizēšu, nevis vienkārši aizbrauc. Viņi bija spiesti aizbraukt, tāpēc, ka viņi bija piedzīvojuši 1941. Gadu. Viņi skaidri zināja, ka inteliģence tiks изнецената вай извест у Сибири. Они были, их заставили уехать, они были вынуждены уехать, их сослали, потому что после 1941 года они понимали, что вся интеллигенция будет подвергаться, ну, уничтожению. Тогда вен лет, ко дарей триндинек, триндинек лэ сэгубат сау валоду, дибинай свэдэнш сколс, un principā savā kopienā attīstīs šo valodu. Un mēs redzam, ka tādās mītnes zemēs, kā piemēram Kanādā vai Amerikā, uz 1980. Gadu latviešu populācija nevis samazinās, bet pieaug. Cits jautājums, kas notiek 80. Gadu beigās, ka principā jau ir iespējama arī dzen atgriešanās dzimtenē, taču ir skaidrs sarūk. Tas ir viens fakts. Da, i mēs nabļūdājam, što tie люди, которые говорили на трех языках, они пытались создавать свои школы, свои общества для того, чтобы это сохранить. И после 1980 года популяция латышей, она не уменьшилась, а наоборот увеличилась для того, чтобы люди могли сюда вернуться и комфортно себя здесь чувствовать. Jā, nu tulkojums nedaudz cits, bet es ceru, ka radio klausītājiem ir arī latviešu valodas zināšanas, es ļoti ceru, jā. Otra lieta, kur ir analoģija, ko mēs varam skatīties, mēs šobrīd redzam, ka pēc mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji izceļo. Izceļo uz Īriju, uz Angliju, uz citām mītnes zemēm. Jautājums. Šajās mītnes zemēs viņi iet kādās skolās? Ar kādu mācību valodu? Tas ir mans jautājums radioklausītājiem un arī atbildi jums. Jā. Līdz ar to es redzu, ka šī brīža arī Krievu kopienā es neredzu šķēršļus, lai šī valoda attīstītos kā kultūras valoda, lai Krievu kopiena vairāk domātu par šo saglabāšanu tieši kā
kultūras bagātībai, kā svētdienas skolu aktivitātei, un vēl pieļauju, ka ir mazākuma tautības skolas, tad starpā paskatījos arī statistiku, jau šobrīd 104 no tām 10, tāds, ko mēs varētu nosaukt par Ukraiņu, Poļu, Baltkrievu, Igauņu skolām, tad pārējās ir šobrīd vairāk saistīts ar krievalodu. Un man skatījums arī, ka turpmāk būtu jābūt, es nezinu, varbūt elites skolām, varbūt tās ir humanitārās skolas, kur patiešām ir izņēmums, tas ir, es nezinu, krievu licejas, piemēram, ja, kurā ir šī humanitārā izglītība ar pastiprinātu krievu valodu. Jo skaidrs, ka arī šādā nelielā zemē vienmēr var būt izcilnieki. Bet otrs aspekts, ja tu dzīvo citā valstī, kur ir cita valsts valoda, kur atvainojiet pamat etniskajā sastāvā, un mēs redzam uz 1934-35 gadu, kad notiek tautskaita, ja, dominējošā ir pilnīgi cita nācija. Я прошу прощения, Йога, госпожа Шуплинска, но у нас вы сейчас нам очевидные исторические факты излагаете, да, и как бы у нас слушатели достаточно грамотные для того, чтобы это все знать. Вот я спросила о вашем личном ощущении, то есть вместо этого мы услышали такую лекцию историческую. То есть личного ощущения о том, что люди, которые здесь уже родились в некоторых поколениях, не будем уже говорить в каких, они ощущают себя врагами, они ощущают себя рукой Кремля, я вот об этом спрашивала. И у вас было в вашу сторону тоже такие же обвинения были, да? И вот понимаете ли вы их по-человечески? Вот это я спросила. Истинно, я с вами не piekritīšu. Ну, капец. С чем вы не согласны? Я не piekritīšu, потому что у меня нет шаду сайотс. У меня нет шаду сайотс. Нет такого ощущения, почему? Tāpēc, ka tie cilvēki, kas ir apkārt man, ja, tā, teiksim, sabiedrība, ko es kā students redzu, kā skolēns redzu, ja, un es ļoti daudz piedalos pasākumos, es neredzu šo, ko jūs sakāt, es neredzu, ka viņi ir ienaidnieki. Cits jautājums, kad patiešām sāk ļoti polāri dalīt šīs sabiedrības daļas, ja, un tas vienmēr bijis politiski, un man šķiet, ka arī dzēna mēdī, kas pastāv Latvijā un kas ietekmēs lielā mērā no Krievijas, arī to apzināti dara. Новые латышские медиа о том, что ну, проводились различные опросы социологические в том числе. Vēlaties apgalvot, ka latviešu mēdīs saka, ka bērnu paudzes, kas šeit ir dzimušas, ir Kremļa roka? Parādiet man šādu mēdī. Tas ir mīts. Tas ir mīts, ko mēģina radīt, bet tā nav absolūti patiesa, un es to tiešām tā nejūtu. Я говорю о том, что после определенных событий, после 2014 года, в том числе, ну, крымских событий, да, в Латвии началась в том числе информационная война, в которую оказались втянуты все жители Латвии, в том числе русскоязычные жители Латвии, которые, не будем скрывать, во многом чувствуют себя здесь некомфортно именно по этой причине, потому что зачастую в латышском сегменте звучат в адрес их обвинения. В том, что русский они, равно Кремль. Да, Русскоговорящие равно Кремль. Tas jau ir pagājis posms, un man šķiet, ka jūs paši mēģināt šo stereotipu uzturēt. Ja? Jo arī, dzen, teiksim, tik daudz, cik esmu iesaistījusies šais latgaliešu jautājumu risinājumos, un atkal kopš iestāšanās Eiropas Savienībā īpaši intensīvi tas ir bijis iespējams. Es redzu arī segmentēto šo krievu valodīgo, krievu runājošo sabiedrību. Un vienmēr ir bijusi diezgan strikti nodalīt tīri tā, ne jau varbūt uzskaitījumā kaut kādā, bet tā savā apziņā. Ja. Tie krieviski runājošie cilvēki, kas šeit dzīvo jau kopš 17. Gadsimta, 19. Gadsimta, no tiem, kas ļoti bieži arī aptaujās ar citu, kurā es piedalījos 2009. Gadā, norādīja, ka viņi ir подобный человек. Да, поскольку мы друг друга понимаем, мы тут как-то уже перешли без перевода, Алена, я думаю, для наших слушателей, может быть, не все владеют хорошо, или есть у нас приезжие тоже слушатели. Переведи, пожалуйста. Да, действительно, есть госпожа Шуплинска согласилась, что существует информационная война, которая была распространена особенно с 2014 года, но это уже прошедший период. Она считает, что это поддержанный стереотип, который в том числе поддержан нами. Она принимала в решении вопрос латгальского языка и общалась и знает определенные сегменты русскоязычного населения. И преимущественно она не видела о том, чтобы они как-то чувствовали себя и ассоциировали с рукой Кремля или с Кремлем. Но она признала, что те люди, которые действительно здесь живут уже
поколениями с 18-19 века, давно в Латвии, они считают себя советскими людьми, да, так и есть. Nē, tieši otrā, tie, kas dzīvo šeit no 18. 19. tie ir pieņemti un tie arī ir lojāli valstī. Bet tie, kas ir iebraukuši pēc 45. Gada, ļoti bieži norāda nevis savu tautību, bet to, ka viņi ir padomi cilvēki. Tā ir cita domāšana. То есть вы думаете, те, кто въехал после 45-го и так далее, они не лояльны? Es vēlreiz saku, ka tā uzrāda aptaujas. Es nevaru pateikt, ka tie ir visi. Опросы, это говорят. Так показывает опрос, что люди, которые... Viņi paši sevi atzīst, ka viņi ir piederīgi padomu cilvēku tipam, un ka viņiem ir nostaļģija, piemēram, pēc bijušās padomu savienības. Jā, to norāda aptaujas. Нам звонят многие латыши, которые говорят, что у них ностальгия по советским временам. Ну, protams, ka noteikti tas tā arī ir, bet viņi noteikti necīnās par kaut ko tādu, kas tajā laikā ir bijis. Un šeit es jūtu cīņu tikai par tās valodas tiesībām, kas ir bijušas padomu laikā. Ilga, почему вы... А, да, Алена, прости. Да, те люди, которые сюда приехали после 45-го, они действительно чувствуют свою связь с Советским Союзом. Это показывают опросы, я только ссылаюсь на них. Ну, так, не висы. Да, и вопрос в другом. И многие латыши, как уже сказала Наталья, говорят о своей ностальгии по Советскому Союзу. Госпожа Шуплинская с этим согласилась, но сказала, что в отличие от них, не все борются и хотят, чтобы те времена вернулись. Если коротко, вот без исторических вот этих вот отсылок и как бы вот объяснения, где мы, кто мы, какие наши корни, и как мы думаем и что мы должны знать. Вот курс реформы в образовании, которую Карлис Шадурский провел, и ваш курс, вот можете... Каких, может быть, вы загибаете пальцы, мне даже страшно смотреть, мне кажется, вы сломаете вот этот указательный, когда вы так делаете. Вы можете вот на пальцах вот сказать, что Карлис сделал правильно, а что вы сделаете правильно, и какая цель, и есть ли еще вот здесь совпадение, и зачем вы боролись за этот пост, и вот, ну, вот так вот, если... Ну, первым картам еще идет колосоликат, если три селтаем скопа, Es nezinu, kurā brīdī es cīnījos par šo posteni. Es pieņēmu kā atbildību, es pieņēmu kā īstenībā milzīgu izaicinājumu. Ja? Es nevaru teikt, ka es cīnījos, jo īstenībā tajā brīdī, kad arī dzen, es kandidēju uz vēlēšanām, man bija, nu, neteiksim, citi uzstādījumi, bet tas mans uzstādījums bija reģionu tiesības un viss, kas saistīts ar latgalisko kultūru. Mm-hmm. Un tajā brīdī, kad šis izaicinājums tika pieņemts, Nu, es sapratu, ka tā kā man tur ir pieredze, tad man ir, kā saka, jābūt atbildīga un tas jāpieņem. Вы сложили три вопроса вместе. Не то, чтобы я сражалась за этот пост, я просто приняла это как вызов, как свою ответственность. Когда я была кандидатом на этих выборов, прежде всего я надеялась и хотела отстаивать региональные права Латгалии, но сейчас это для меня вызов, который я приняла. Вэлрэйс, прецизэйм. Reģionu tiesības un Latgales tiesības. Mm-hmm. Jā, tad reģions nav tikai Latgala, bet kad ir runa par latgaliešu valodu un kultūru, tad tā ir Latgala. Региональные права и права латгальцев. Но когда речь идет о латгальцах, тогда мы говорим про культуру латгальцев. Par reformu. Un te es reiz teikšu vienalga, es bez vēsturiskās atkāves, bet pavisam īsi. Tātad uzstādījums uz to, ka Latvijā ir nepieciešama izglītība, kurā noteicošā ir valsts valoda, ir kopš 1992. Gada. Nu tā. Скажу кратко, установка в образовании такая, что в Латвии оно должно осуществляться на государственном языке еще с 1992 года. Jā. Un šī brīža uzsāktā reforma, viņa patiešām tiks arī turpināt. Ja jūs sekojat tam, kā tā tiek attīstīta, tad principā mēs redzam, ka šo 2021. Gadu, ja, arī dzen centralizēto eksāmenu, kas es ceru, arī tiks mainīt, ja, kārtošanu ir paredzēta latviešu valoda. С этого момента будет продолжена начатая реформа, и следующее, что хотелось бы отметить, что с 2001 года сдача централизованных экзаменов тоже будет изменена. Я забыла просто как... Латышский. Да, переведена на латышский язык, да.
Ko es gribēju paturpināt, kur es redzu problēmu šobrīd, jā? Un, protams, ka man pietrūkst zinātniska pētījuma, lai es pateiktu, ka tas tā patiešām ir. Teiksim, no visiem šiem protestiem, kas tiek organizēti, es īsti neredzu tur tieši skolēnu un jaunieti. Visvairāk es redzu uzstādījumu, ka tas ir manas paudzes cilvēks un vecāks. Līdz ar to man ir iespējas, ka tieši skolotāji tam nav gatavi, bet man ir retorisks jautājums, vai tam nav gatavi bērni. По поводу проблем, в данном случае мне не хватает еще научных исследований, но я хочу сказать и выразиться по поводу протестов, которые я вижу, что в основном там отсутствуют школьники и молодые люди, чаще всего на них присутствуют люди моего возраста и даже старше, и я хочу задать вопрос, это проблема у них, и я сомневаюсь, что с такой проблемой перевода столкнутся сами школьники. А что смущает в том, что за школьников выходят родители. Говорить родители? Tad man ir tālāk jautājums šiem vecākiem, kā viņi iedomāja šo bērnu nākotni. Jo, ja pēc vidusskolas Latvijas izglītības sistēma principā skat šo centralizēto eksāmenu, un viņi tālāk studē, jā, cita iespēja, ka Latvijā ir šī platforma, ka tu vari studēt arī ārzemēs. Bet jautājums, vai Latvijai ir jādod finansējums, lai šeit dzīvojošie cilvēki apgūtu labu izglītību, labu angļu valodu un no tās aizbraukt, tad jautājums, vai nav vienalga, kurā valstī dzīvot? Vai mēs neatgriežamies pie mūžīgās frāzes? Ubi bene, ibi patrijā. Kā ir? Другой вопрос таким родителям, это о будущем их детей. Если дети будут студенты, и у них в Латвии есть возможность уехать за границу, и, где они будут жить в другой стране, если здесь не будет финансирования. Простите, можете повторить, Виктор? Я, ну, та и интерпретация пар ману teikto jau, я. Es ļoti ceru, ka pamatdoma tika uztvērta, я. Tā pamatdoma ir pavisam vienkārši. Tad, ja tas ir vecāku uzstādījums, cik atbildīgi viņi ir par savu bērnu nākotni? Un vai viņi par savu bērnu nākotni domā Latvijā? Un savukārt, ja viņi nedomā par savu bērnu nākotni Latvijā, vai Latvijai ir pienākums uzturēt, lūk, šādu citā valodā esošu apmācības sistēmu? Tas ir īsts kopsavilkums tam, ko es teicu. Да, здесь вопрос родителям, думают ли о том, что будущее их детей будет связано с Латвией, если нет, тогда где их ответственность? Ну, если коротко. Вы говорите об исследованиях. Госпожа Шуплинская употребила также выражение латинское «Ubi bene, ibi patrijā», это где хорошо, там и родина. Может быть, не нужно вот русскую часть общества исследовать? И исследовать, изучать, может быть, нужно дружить, принимать и как-то солидарность какую-то вот по поводу каких-то светлых, одинаковых и нужных моментов, когда там, первоклассники пошли в школу, начальные классы, и вот как-то вот с этой, ну, как-то по-другому идти, они исторические вот эти вот, продлевать эти линии, там, искать эти корни этого. Еще Кремль помогает. Я бы тебе соврадать, мам, свои слайды. Просто знать, что мы все одни. Просто объединены уже давно границей и объединены желанием этих людей жить на этой территории, так же, как и способны и свободны выбрать другие территории. Разве это не очевидно? Мы же давно здесь живем и, в принципе, любим. Но в этой пусе, но в этой пусе, но Es nezinu, ko jūs domājat ar to, ka ir jābūt draudzīgam. Ja jūs domājat, ka tā ir atbalsts sistēma, ja jūs domājat, ka tās svētdienas skolas un kultūras attīstība, neapšaubām, es esmu tikai par un noteikti atbalstīšu. Ja jūs domājat, ka joprojām ir jāuztur gandrīz 100 skolas, kurām ir cita apmācības sistēma, es izskatu, ka tas tā nevarētu būt valstī, kurā principā ir arī dzene cits prioritātes, un kurā mēs zinām, ka visu laiku ir problēmas ar šo divkopienu sabiedrību. Un lai vai cik mēs skaisti un rožaini sakām, ka cilvēki šeit ir izvēlējušies dzīvot, mediju telpa runā pilnīgi par kaut ko citu. Un varbūt tā iešana uz Latvijas attīstību un to, ko mēs gribam redzēt, un tuvākajā gan izglītībā, gan zinātnē, pieņemsim, es noteikti gribētu redzēt, jā? Zināmā mērā traucē tieši šis apstākls.
С одной стороны, да, мы все дружественные, можем рассматривать этот вопрос, но с другой стороны, о какой дружественности идет речь, если вы имеете в виду поддержание ваших традиций, вашего языка в рамках существования тех 100 школ, которые работают по другой системе, то здесь я с вами не соглашусь. Это другие приоритеты. Мы поддерживаем тогда двухобщинное общество. Если мы хотим говорить о развитии Латвии, о развитии науки Латвии, то здесь мы должны существовать на единой системе, как и меня, латышского языка. Странно, что об этом говорит человек, который знает 4 языка. Valodas zināšana, starp citu, ir bagātība. Da. Bet ko uzrāda aptauja? Aptauja uzrāda, ja cilvēka tautība ir krieva, kā jums šķiet visbiežāk, cik viņš valodas zina? Latgalē. Katru... Jā. Ja neaprašavali. Tiešām, tad es jums pateikšu vienu. Un cik valodas zina visbiežāk? Es jums vienkārši stāstu. Atbildēt man uz šo jautājumu. Visu laiku valsts par to domā. Я весь лайк вас про то дома. Ну, кури та проблема. То есть проблема? Нужно, чтобы он говорил на одном языке, но только это будет латышский. Не, не. Пилнеги нав тайснеб. Паре уз валсц валод не нозиме то, ка мазаком талдейб школас не тек саглбат еспей апгут дзим то валод, апгут этнискас традиции сава валода проти. Tas, ko es arī mēģinu pasniegt, kā Latvijai nepieciešama priekšmeta novadmācība, ja? Tad lietas, kas ir saistītas ar tradīciju, valodu un kultūru, neviens un nevienā brīdī neaizliec. Хорошо, давайте, может быть, valodas ir bagātība, да. Bet aptauja liecina, ka tieši krieviski runājoši cilvēki, ja precīzāk krievu tautības cilvēki, visbiežāk pārvalda vienu valodu. Государство периодически задается этим вопросом. Если вы спросите меня по поводу языке, это, безусловно, богатство, но исходя из опросов, например, в том же Латгале, чаще всего русскоязычные жители Латвии владеют только одним языком, и государство об этом думает, и поэтому в данном случае переход образования на латышский язык, единственный язык, это не означает, что у представителей нацменьшинств не будет возможности изучать традиции своей культуры, своего конкретного края. Здесь запрета никакого нет, это будет поддерживаться, но чаще всего русскоязычные жители владеют только одним языком. Даже школьники? Aptaujā piedalījās vecuma posmā no 14 gadiem, ja? Un, protams, ka šī situācija jauniešu vidē ir krietni labāka, neapšaubāma. Nu, это естественно. Ну, ведь скажешь, тебе изглитить систему. А вы хотите научить школьников или хотите научить уже людей за 40? Bet pagaidiet, un par ko jūs runājat? Es tieši tāpēc jums uzdevu jautājumu, kur ir problēma, vecākos vai bērnos? Bērnos pamatā nav problēmas apmācībai latviešu valodā. Tas ir tas pats jautājums. Так это вопрос времени. Kādā ziņā? Ну, вопрос времени. То есть, если дети начинают владеть, постепенно пожилые люди умрут и будут все владеть латышским языком. Ну, это дело приехалкомс. Šajā gadījumā, ja no 92. gada ir bijis šī te noteiktais, jāsaka, virziens, ka Latvija ir stiprinām kā nacionāla valsts, un es vēlreiz atkārtoju, ja krievu valoda būtu šāds izņēmums, kurai nav iespējams. Nu, tā iespējas... говорите, как будто мы этого не знаем. Ну, bet tāpēc arī jūs man tā jautājat. Нам приходят сюда регулярно, каждый день, в том числе латышские политики, которым, с которыми мы постоянно об этом говорим, но мы немножко говорим о другом. Да. Как-то все равно, наверное, вот эта вот билингвальная обстановка, она мешает друг другу понимать, наверное. И видно, да, видно, как вы строите общение, вы, ну, вы показываете, какая вот пропасть, какое понимание у вас вот этой части общество, к которому вы пришли излагать там свои мысли. Es jums noteikti nepiekritīšu, ja? Jo nes kāpēc jūs man visu laiku aicināt un liekat iedomāties, kā jūtas krievu kopiena. Bet jūs nevienā brīdī neiedomājaties paši, kā piemēram trindā jūtās tie paši latvieši, vai kā piemēram jūtas tie, kas šobrīd izbrauc. Vai viņi vispār, teiksim, lolo šādas te cerības, ka viņiem tur būs viņu valodā šī skola, ja būs, tad tā ir svētdienas skola, ja būs, tad tas ir sabiedriski organizēts pulciņš.
Vispār šāds jautājums nerodas. Kāpēc šeit šāds jautājums rodas? Es прошу, Плинска, мы в своих программах всегда призываем к тому, чтобы и русские начинали понимать латышей, и латыши начинали понимать русских. Но понимать вот, сердцем. Поэтому мы и говорим о том, что вы сейчас поставили себя на место русскоязычного человека в Латвии. Вот это нам и хотелось бы услышать от вас. Как себя, по-вашему, чувствует русский в Латвии? Как вы знаете это, да. Вот. А вы упорно не хотите этого сделать и постоянно нам какие-то уроки истории здесь рассказываете. Ну, дружь война, если, наверное, тут запрещается. Государство, у инструментов государства как бы цель одна, чтобы люди, которые в стране находятся, жили легко. Легко. И те люди, которые живут плохо, государство помогало им, вытаскивало их оттуда. А чтобы люди жили хорошо, это уже как бы люди сами захотят сделать. А в один день вот ваши идеи и эти исторические боли, в которых участвовали большинство, они не решатся. Ну, то есть вот вы... Если родина, которую нужно любить, или вот ее нужно любить, то человек сам решит. А вы читали статью Инги Спринге «Неравное образование»? Да, смыслись. Но это одна из таких самых обсуждаемых статей последнего времени, которую обсуждали на самых разных уровнях. И там достаточно такие сенсационные, может быть, для латышского информационного пространства излагаются мнения, за что она получила, в общем-то, и, так грубо говоря, от своих. Примером. Примером, пожалуйста. Часть кандидатов, часть кандидатов отказывает, так как работа в русской школе. Учительница латышского языка 46-й средней школы Валия Ясуланеца, рассказывает, что нередко чувствует заносчивое отношение со стороны отдельных друзей и знакомых, что это, мол, более низкий уровень. Директор соседней школы Клюкин рассказывает, что с учительницей латышского языка его школы часть ее родственников отказалась общаться, заявив, что она предатель своего народа. Преподаватели латышского языка в русских школах особый дефицит, по этой причине в том числе. Создается парадокс. Пока национально настроенные политики Латвии призывают в русских школах говорить по-латышски, государство годами не способно обеспечить качественных учителей латышского языка. Инга Спринге. Я искать, когда это проблема. А в чем именно проблема? Скотай сагатвошна. Он если им созреть паша сакму отец, кори паре из латвийшу володу проблем из школотайс. Если ты не редз цит проблем. Он излетит из зинатнес. Не редз. Un no izglītības un zinātnes ministrijas puses var tikai teikt to, ka atbalsts sistēmu skolotājiem tiks stiprināt arī šajā brīdī un tiks domāts par to, cik lielā mērā un kā var palīdzēt pārējai uz latviešu valodu. То есть вы не видите в том, что проблема в том, что от учителей требуют лояльности, о том, что учителя латышского языка отказываются работать в русских школах по этим причинам. В этом вы не видите проблемы. Думаю, это один из iemesliem, ko jūs šobrīd citējāt. Tas ir dažādās pilsētās, dažādi rīdzeni uztveri. Droši vien, ka Rīgai vai Daugavpilī iespējams, ka tieši šādi varētu būt šīs situācijas raksturošana. Es zinu atkal daudz piemērus, kā lauku reģionu skolas ir pārgājušas no divpulsmas skolas uz šo te, jāsaka, latviešu valodu. Arī man Dagdas vidusskola, piemēram. Jā. Un zinu, ka tā problēma ir sen atrisināta. Un neredzu patiešām tur citu problēmu, kā tikai skolas direktora gribu un arī skolotāju piekrišanu un drošumu uzdrīkstēties un iesākt pilnīgi citu arī šo bērnu nākotni. Такая проблема существует, может быть, в таких городах, как Даугавпилс и Рига, но, допустим, есть сельские школы, я сама могу привести пример свою из Дагды, там проблема решена, и это не желание только директора, но и самих учителей и учеников, потому что они все думают о будущем, о детях. Ну, давайте еще один звонок тогда. Наденьте наушники. Пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро, говорите.
Да, меня зовут Деги Караев, я был одним из организаторов одного из митингов в 2017 году. Да, я хотел бы вашей гости сказать, что она очень неумело жонглирует фактами. С одной стороны, она ссылается на отсутствие научных исследований, а потом тут же приводит в пример какой-то опрос, который по определению не может быть репрезентативным, потому что опросы и исследования, между ними просто пропасть. И очень легко провести опрос среди малого количества людей и подобрать результаты так, как удобно. Это все наглядно демонстрировалось в свое время на тех выводах, которыми на той инфографике, которую использовало само Министерство образования, подставляя, скажем так, факты, жонглируя ими, обманывая общественность и так далее. Но что я хочу сказать. Латвия ни единого дня в своей истории не была моноязычным и мононациональным государством. Ни единого дня. Ни с момента основания, ни во время Ульманиса, никогда. Вы захватили власть и указываете, как нам жить. Мы, латвийцы, это тоже наша страна. И именно на этом основании мы считаем, что мы имеем право на свой родной язык в самом широком смысле этого слова. Потому что, когда вы говорите, почему Латвия должна платить за обучение, это потому что мы платим налоги. И нас как минимум 30%. Будьте любезны. Взяли деньги? Отдайте деньги. Спасибо. Пожалуйста. Ļoti korekts viedoklis, es teikšu, jā, ļoti labi arī pasniegts atbilstoši tam, ka ļoti lielā mērā arī tiek uztverts liels nācijas pārstāvs. Bet atbildot šo jautājumu, pirmkārt par pētījumu, gribētos pretjautājumu, es jums pajautāšu, kā jums šķiet, no cik cilvēkiem tiek uzskatīt, ka aptauja ir reprezentabla Latvijas apstākļos? Давайте мы не будем отвечать на этот вопрос. Я? Ну, тогда видео, это 1000-1500. Мусу аптауя те бы 9000, только 9000. Истинībā lielākais pētījums, kāds ir Eiropā par valodām. Un tie 9000 bija tieši Latgales reģionā. Tepat nebija runa par visu Latviju, kas nozīmē, ka reprezentablā kopa bija ļoti pārliecinoša. Un ja nu kas pētījums bija starptautisks, un šo grāmatu var arī dzen bibliotēkā atrast un apskatīties. Un aptaujas dati ir par ļoti sīkiem faktiem, sākot no tā, skaidrojot, kāda ir cilvēka tautība, kā viņš pats sevi reprezentē, kādas valodas viņš lietot, kādas funkcijas viņš saskata valodām, un kā viņš redz arī valodu attīstību. Tas ir pirmais. Вопрос исследования и репрезентативности выборки в Латвии, если вы считаете, что она может считаться репрезентативной от 1000 опрошенных, то в нашем опросе приняли участие 9000 человек. Это самое большое исследование, да, вы сказали, в Европе. И причем я хочу ответить, да, лингвистическое, я хочу отметить, что оно проводилось именно по Латгалии, это даже не вся Латвия. Эти данные обобщены, вы с ними можете ознакомиться, где написано, какой человек национальности, как он себя ощущает, на каком языке говорит. Jā, un otrs jautājums. Es atbildēšu uzreiz otru, jā, par to, ka Latvija nevienā brīdī nav bijis monolingvāla valsts. Un varbūt tieši tāpēc, ka Latvijai nav bijis vēsturiski ilgs posms, ka viņa ir pamatā monolingvāla runājoša valsts, arī ir bažas par to, kā attīstās nelielu, mazu valodu likteņi. Varbūt tieši tāpēc, jā. Bet teikšu uzreiz, ka gan šajā te laika posmā, kas ir no 1920. Līdz 1940. Gadam, gan arī šobrīd pēc neatkarības atgūšanas, uzstādījums, ka ir jābūt mazākuma tautības skolām, un ka šajās mazākuma tautības skolās cilvēki nezaudē savu etnisko identitāti, ir bijis, paliks, un arī es to noteikti veicināšu. По поводу существования монолингвистической страны, Латвия действительно такой не являлась, но, может быть, потому что не было длительного периода, когда мог существовать только один язык, поэтому даже с 1920 по 1940 год, когда Латвия приобрела независимость, даже тогда была установка на то, что нацменьшинство должны иметь право сохранять свою культуру, свои традиции, ну, в рамках своего этноса. О чем я сейчас, что я сейчас и поддерживаю.
Да, спасибо. У нас, к сожалению, вот в связи с тем, что пришлось переводить часть информации, время у нас ушло, и я прошу прощения, конечно, не все звонки. Мы успели поговорить только на такую, может быть, лингвистическую тему, но это одна из тех тем, которые очень волнуют наших радиослушателей, поэтому, в принципе, я надеюсь, что, может быть, в следующий раз, когда мы встретимся, мы будем уже говорить о других конкретных вещах, системе образования, и в реформе образования. Вот. Но язык, русский язык, это та вещь, которая очень волнует наших слушателей, и, естественно, мы не могли ее обойти. Спасибо вам большое. Министр образования Илга Шуплинска была у нас сегодня в студии. Надеюсь, что не в последний раз. Всего доброго, до свидания, успехов. Спасибо, яук день.